А прямо сейчас время для утренней гимнастики. Я вот чувствую прям, что ну пора действительно как-то хорошенько нам размяться и зарядиться позитивом на весь день. Кстати, вообще занятия по утрам помогают начать день с правильной ноги. Во. Тем более, когда зарядку вам проводит наш фитнес-тренер Дарья Лагунова. Почувствуйте себя бодрым и готовым ко всем вызовам этого понедельника. Приветствую вас, с вами Дарья, тренер женского фитнеса, и сейчас я покажу несколько упражнений для проработки плеч и спины. Начинаем. Мы встаем в колено-кистевое положение, отсюда ладони под плечами и колени под тазобедренными суставами, пальцы рук широко раскрыты. Отсюда будем выталкивать себя ладонями наверх. Лопатки максимально расходятся друг от друга. И затем опускаем плечи. Лопатки здесь сходятся. Снова вытолкнули себя. И затем провалились. Вытолкнули. И провалились. И здесь спокойно дышим. Можно чуть сгибать локти. И стараться двигать только руками, плечами, лопатками, не подключать поясницу. Хорошо. И переходим к следующему упражнению. Мы ложимся на живот. Здесь сгибаем локти так, чтобы ладони были около груди. Отсюда будем делать небольшой подъем туловища наверх и опускаем вниз. На выдохе поднимаем. На вдохе опускаемся вниз. Выдох, вдох. И здесь работаем в своем темпе и в своей амплитуде. Не допускаем переразгибания в позвоночнике. Вниз, наверх. И последний раз. Хорошо. Мы сгибаем правую руку перед собой и кладем на нее подбородок. Левая рука остается в этом положении, и отсюда будем поднимать туловище наверх, правой рукой толкать коврик от себя мысленно, и от этого движения наша голова поворачивается влево. Затем повернули голову и опустили вниз. Снова поднимаем туловище наверх, правой рукой толкаем коврик вправо, то есть, и отсюда поворачивается голова влево. И опустились вниз. Выдох, поднимаем, поворачиваем голову и опустились вниз. Спокойно дышим. И последний раз делаем. Хорошо. И мы поменяем с вами руки. Левая рука у нас будет согнута перед собой, а правая ладонь будет лежать на полу около груди. И от этого движения мы будем поднимать туловище наверх. Левой рукой уже толкаем коврик влево мысленно. И от этого движения наша голова поворачивается вправо, то есть в сторону согнутой руки. И затем повернулись, опустились вниз. Снова на выдохе поднимаем туловище наверх, толкаем левой рукой коврик влево и опустились вниз. Наверх. В сторону посмотрели, опустились и последний раз сделаем. Отлично. Наша зарядка подошла к концу. Всех благодарю и приглашаю на групповые тренировки и утренние зарядки.